Отстаньте от нее! Это кто еще такой? Не знаю, пойдем. Да пойдем его сломаем. Пацаны, нас с другом недавно один каратист избил. Короче, его надо толпой поймать и отомстить. Но только надо это сделать хитро. Да? Короче, вы в деле, да? Да. Все, давайте. Че, попался, каратист? Теперь я тебя отомщу. В глаза мне смотри. Рыпайся, понял? Руки ему раздвиньте. Классно, давай еще его. Каратисты, все слабаки. Давай, 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 трус! Беги, трус ты, трус! Трус ты, трус! Какие проблемы? Сынок? Амир? Сейчас я брат перезвоню. Амир, сынок? Сынок, что случилось? Да ничего не случилось. Просто твой сын трус. Я трус.
убегать. А ну, рюкзак снимай. Скажи, что там? Что там у нас есть? Учишься, да, учебники? Эй, Слав, смотри. Что это? Что это такое? Для кого ты вообще это взял? Нафиг это? Надо вообще, Ислам. Что это? Смотри, подержи. Что это за херня? Что это? Да не рви мои книги. Сдай. Да не рви. Ты смотри на свои учебники вонючие. Да, давай. Да, да. Давай. Рви, рви. На, поешь. Отдай мои книги. Сейчас я тебе отдам твои книги по частям. Не рви их. Видел, да? Видели? Ну, так ему и надо, ботан! Ботан вообще! Иди поешь свои книги! На свои вонючие книги! Подавись ее! Беги! Пошел отсюда! Еще раз поймаем тебя! Амир, ты куда бежишь? Постоянно убегаешь? Ну-ка иди сюда! Сынок, рассказывай, куда ты постоянно бегаешь? От кого ты постоянно убегаешь? Короче, дело было так. Эй, тебе твое карате сегодня не поможет? А ну, иди сюда. Че, доигрался? Беги. Трус ты. Трус. Да, трус говорит, да? А ты знаешь, трусы те и крысы те, кто нападают толпой. Че, один на один не может, да? Своих друзей подтянул? Знаешь что? Ты не огорчайся. Иди на тренировки, натренируйся, а потом знаешь, что сделаешь?